Блин, сколько же бомжей, сколько бомжей, посмотрите. Одни бомжи вокруг. Я снова на вокзале, как в старые добрые времена. Всем, друзья, привет, мы на провинции, GTA провинция, ссылочка в описании есть. И сегодня я решил, наконец-таки, у меня давно уже была эта мысль, и вы часто писали про это некоторые из вас. Кто-то, наверное, помнит старый-старый ролик, где я переходил дорогу, да, на зеленый сигнал светофора, либо просто через пешеходный переход. И машины останавливались, некоторые не останавливались, соответственно, сбивали. Ой, авария, смотрите-ка. И, значит, что я сегодня хочу? Я хочу опять проверить, изменилась ли ситуация вообще в целом. Но, учитывая последние видосики, да, как ездят таксисты наши, как ездят дальнобойщики, как вообще сейчас обстоят дела, так я только зашел, да уже авария какая-то, то навряд ли у нас получится что-то хорошее. А почему играю за Твинка? Я не, надеюсь, меня не узнают. Я, естественно, не играл за Макс Дью, потому что любой другой скин, если не бомж, он вызывает, как бы, у людей сразу интерес к деньгам. То есть они видят скин депутата, значит, это деньги. Они такие, о, опа, деньги идут по дороге, естественно, могут остановиться, вдруг что-то перепадет, да? А бомж, да, он сразу говорит, о, никем не нужен, никому не нужный, его никто не знает, пошел-ка ты в жопу, я тебя задавлю, все равно никто не заметит. Поэтому сейчас мы будем смотреть именно человечность граждан, и для этого я выберу, наверное, давайте тут же прям тот же перекресток, на котором я и испытывал это несколько месяцев назад, он находится, там что, ДП, что ли, стоит? Как раз-таки рядом с этим перекрестком. Да, вот этот пешеходный переход. И что там делает ДПС? Блин, вот я сейчас думаю, а пугает ли эта машина вот этих вот людей, которые сейчас проезжают около него? Я бы, конечно, ее убрал, но ладно, не знаю, почему ДПС бросает вот так вот машину здесь, непонятно, еще и заведенную. ДПС, это что такое? Это что такое? Посмотрите, действительно. А, это полиция, по-моему, да? Это даже не ДПС, а может ДПС, не знаю. В общем, так нельзя бросать, ребят, следите, чтобы машины так не бросали. А если кто-то так делает, то давайте увольняйте нахрен или понижайте в звании. Так нельзя делать. Так делать нельзя. Хорошо, что не дороги валяются. Ну что, можно прямо сейчас уже начать, посмотрите. Вот, сразу изначально. Я простой пешеход. Видите реакцию? То есть, то же самое было в прошлом видео, абсолютно, то есть, только так же начало. Но я уверен, что мы найдем людей, которые будут останавливаться, чтобы пропустить. Например, смотрите, те же дальнобойщики. Вообще, дальнобойщики по жизни, они люди, ну, вроде как, неплохие, да? И сейчас мы в этом убедимся. Я уверен, что он нас пропустит. Ты же пропустишь, братан? Пожалуйста, я очень хочу пройти дорогу. Дружище, спасибо, спасибо тебе, прям молодец, вот Никита, красавец, так, вот смотри, вот, эти, ладно, проезжают, если не стоит, молодец, респект тебе, респект тебе, Никита, не увидел там фамилию, но в любом случае, ты молодец, я проехал, увидишь, но эти, ладно, эти проехали, пока что один не пропустил, второй пропустил, один пока, отлично, хорошо, автобусник, пожалуйста, пропусти, автобус, ну, пожалуйста, молодец, красавчик, Александр, ты, респект тебе, респект, Александр, не гонишься с деньгами, молодец, сохранил жизнь бомжу. Гелик, а вот гелик мы знаем, что будет, смотрите, вот, просто объехал, че насрать на гелике, я их не трогаю, это гелендваген, нет, ну, пожалуйста, блин, таксист, ты псих, ну, там же пешеходный, и дальше поехал, сбил бомжа и поехал дальше, ну, как такое возможно, ну, почему вы так делаете, скажите, таксисты, в основном, вот, у вас проблема основная, вы постоянно тараните, сбиваете, вам на все насрать, ну, как же так-то? Ну вот как вот, скажите мне, как дальше жить вот с вами? Исправляйтесь. Давайте еще немножко посмотрим. Но не будем сейчас считать, наверное, да, я думаю, типа 1-1 и так далее. Вы все видите, в принципе, сами, и результат вы тоже в дальнейшем увидите полностью самостоятельно. Опять же, автобусник, давайте попробуем. Ни хрена себе, он по встречке перебежал. Ну, не успели здесь, окей. Сразу две машины едут. Я хочу перейти дорогу. Уезжает. Ты дальнобойщик, да ты что делаешь, дальнобойщик? Да ты что дальше-то едешь? Ну ты... Да ты что? Да, господи, я сейчас сдохну. Нифига себе. Ты что делаешь? Это что такое? Никита, гусар, ты что творишь? А не хочешь ли ты спросить, как у меня дела? Я все-таки под фурой побыл, не? Нормально вообще. Нормально. Друзья, с того момента, чтобы вы понимали, прошло очень много времени, и тогда онлайн был 150, сейчас же онлайн под 500 человек. То есть вы посмотрите, только на этом отрезке карты какое движение интенсивное.
как развилась провинция. Это очень здорово, учитывая то, что сейчас прям вот буквально несколько недель будет обновление, а колоссально огромное обновление. Вот это вот все ждут, я знаю, это прекрасно. Но, знаете, беда, что у нас хп мало, давайте поэтому быстренько сейчас зайдем в магазин, перекусим, потому что я не хочу сдохнуть после сразу же следующего соприкосновения с машиной. Спустя долгие месяцы точно так же сидят наши доблестные кассирши, так и не вставая с мест. Видимо, до сих пор им не заплатили. Они пытаются работать. Окей, молодцы, молодцы. Хорошо, здесь магазин сразу же, да? Можно такие испытания проводить. Но вот это вот ДПС абсолютно никак не влияет, на самом деле. Абсолютнейше. Вон, тоже перебегают дорогу, смотрите. Но главное делать это по пешеходному переходу и не бежать. То есть мы идем. Потому что когда мы бежим, соответственно, это может уже из-за нас быть. Вы же понимаете, что в реальности сколько случаев, да, когда человек выбегает просто на зебру. И по сути он прав. То есть его сбивают, но при этом он прав. Автобусник, пожалуйста. О, ну что, посмотри. Гоша! Гоша! Ты посмотри, что делает, да? И... Смотрите, просто везет. Это испытание, знаете, пройди через перекресток. И мне сейчас идеально повезло. Никто не остановился, но я при этом в миллиметрах это всех прошел. Красиво получилось, окей. Я вам скажу, что я даже видел, как люди вот так же переходят дорогу. Эй, подожди, дай проеду. Пройду. Назад, назад. Решил назад пойти. Котов, Котов! Не заметил, он меня не заметил. Нет, ну не умирай! Не хочу больницу! Не хочу больницу! Раздавили. Просто раздавили насмерть. Замечательно. Так, попрошу таблетку от запора, потому что меня сбила фура. О! А то там АФК шат. Здрасте. Вот того голова болит, смотрите. У того бомжа голова болит. Пройдем со мной. Пройдемте, пройдемте, пройдемте. А тот не хочет, да? Хочет! Стой, 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 стой. А чё, нет с собой, что ли, таблеток из запора, не пойму. Могли бы сразу дать, да и все. Ну ладно, я готов, я готов. Давайте, давайте. А, у них типа правило, у них правило получается. Я готов, лечите меня. Таблеточку, таблеточку от запора, пожалуйста. А, мне надо лечь, да? Мне надо лечь, окей, хорошо. Сейчас, я не помню анимацию, друзья, я не помню анимацию. Господи, смотрите, я даже не... Все, лег, лежу, пожалуйста, лег. Давайте, плюс 2 хп. А мне нельзя сразу вылечить? Мне всего лишь на таблетка от запора, и от этого лежать, как бы, ну, можно было не лежать. Что у вас? У меня запор. У меня запор. Мне нужна таблетка. Это чтобы, знаете, побыстрее все было. И эта таблетка восстановит мне жизнь, вы же понимаете, да? После фуры я выпишу вам ножку. Я честно, я не разбираюсь в перекачествах, но мне кажется, что ножпа абсолютно никак не связана с запором. Я в этом даже не сомневаюсь, но его стоит 200 рублей. Хорошо, хорошо, давай, я готов. Я готов принять ножпу, неважно от чего, но главное, чтобы мое хп полностью восстановилось. Спасибо, спасибо, доктор. Спасибо вам. И пойдем, пойдем, наверное, на другой тогда перекресточек, продолжим наши испытания, которые также, наверное, закончатся плачевно. Ну, не буду я обвинять, конечно же, нашего... Где выход-то? Я не буду обвинять нашего дальнобойщика, потому что все-таки из-за автобуса резко я вышел, да, и он меня, возможно, не заметил. Но единственное, непонятно, почему он не остановился. То есть можно было остановиться как-то, да, сказать, а что случилось, а почему ты выбежал на дорогу, а все ли у вас в порядке, да? Но нет, он не спрашивал, он просто проехал дальше, он принял меня за кусочек дерьма, попавшего под колеса. В принципе, это так и есть, что-то, о чем я вообще говорю. Вот, я типа зову его. Типа, остановись, брат. Да, похоже чуть-чуть хотя бы? Ну, похоже, они будут видеть, как я руку вытягиваю. А ваш заказ... О, принят еще, принят заказ, хорошо. Либо кто-то остановится первый, либо приедет таксист. Ну, понятное дело, что, скорее всего, таксист. Дальнобойщик. Смотрите, сократил как, а? Это засранец. Вот засранец, а пути сокращает. Lexus, Lexus, тихо, Lexus, Lexus едет. О, таксист приехал, отлично. Не-не-не, ты что делаешь-то? Lexus, ты что творишь? Обалденный Lexus. А я не могу сесть. А что он делает, я не пойму. Ребята, ребята, администраторы. Знаете ник, наказываем. Так, все, поехали, поехали. Куда, куда, давайте, вокзал. Вокзал, конечно же, на вокзал отвезите бомжа. Меня, пожалуйста. 150 рублей, пристегните ремень безопасности. Безусловно, безусловно, смотрите, опять выезжает. Вот смотри, какие незасранцы, ну что встал-то. Что встал на стоячке, давай, выезжай. Выезжай, таксист, хорошая, хорошая форма. Прям вот таксист таксистом. Но ты не туда поехал. Разворачивайся, дружище, разворачивайся. И давай на вокзал. У магазина Магнит даже скажу. У магазина Магнит остановите. Чё? Зачем ты туда едешь, братан?
Что-то, что он делает, я не пойму. Как бы это вообще дорога не туда. Ладно, ладно, новичок, который купил скин за 100 тысяч, черт возьми. Как? Это что? Ты что, меня на завод хочешь куда-то отвезти? Очень странный человек, на самом деле, я таких еще не встречал. Куда ты меня везешь? Скажи мне, пожалуйста. Мне нужна магнит у вокзала. Это что? Посмотрите. До заправки толкать, до починки. Нормально, нормально. Эвакуация, друзья. Не надо тратить 2000, когда можно вот таким вот способом доставить машину до починки или заправки. Как он лагает. Посмотрите, здесь, как обычно, куча народу. Все работают. Ой-ой, сбили. Сбили. Да, не пропускает он пешеходов абсолютно. Хотя какой-то пешеход добежал просто по дороге. На встречку выехал. Новиков, ты какой-то странный человек, я тебе скажу. Немножко неадекватный. И, наверное, немножко не знающий карту. Окей, друзья, продолжаем. Продолжаем на этом же перекрестке. На самом сочном перекрестке, на котором постоянно происходит движение. И выясним еще, посмотрим, становится ли хотя бы, ну, машинок 5, наверное, да? И тут я решил пойти. Вот просто пешеход захотел пойти. Отлично вообще. Ну что это такое? Просто объехал бомжа. Объехал бомжа. Так, автобус можно? 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 Спасибо, спасибо. Так, кто там у нас? Дедок, что ли? Дедок, 5... Дедок S5, короче, красава. Опа, УАЗик, смотрите, несется как. Лучше пропусти. Проехал мимо. Газелечка, газелька. Идет пешеход. Ай. О, вышел. Джи, скобка. А, он ох написал, окей. Ох, вроде ничего не сломал. Слушай, ну... Ты меня не успел затормозить. Ну, немножко здесь неправильная формулировка. Ты не то, чтобы не успел затормозить. Ты не пытался затормозить, потому что ты видел на дороге бомжа. Я скорую вызову. Нет, не стоит. А я знаю, что там скорая. Она нож опять мне пропишет. Не стоит. Спасибо. Спасибо вам. Все в порядке. Все в порядке. Ничего страшного. Молодец, что остановился. Надеюсь, твоя газелька не пропадет. 29-й маршрут. Все. Отошел. Нормально все. Спасибо тебе, молодец. Хотя бы какая-то реакция была. А что там у нас происходит, смотрите-ка. Я не понял. Так, это ее толкали, что ли, туда? Или что это такое? Посмотрите, авария из-за машины ДПС. Где полиция? Там полиция, что ли, стоит? Ты что, издеваешься? Так, ребят, кто там рулит по всем этим... Офигеть. Кто там рулит? Смотрите внимательно, Ник. Вы что творите? Алло. Это что... Владимир Потапов. Нормально вообще. Шикарно просто. Гениально. Вообще, ладно, решайте там сами вопросы. Генералы там увидят, если генералам привет, и решайте вопрос. Вообще, ребят, вы посмотрели вот эту вот реакцию? Смотрите, какое движение, господи. Не оставляйте машины на дороге. И переходите дорогу в положенном месте, не выбегая. И будет у вас все хорошо. Спасибо вам за просмотр. Все ссылочки есть в описании на скачивание. Скачивайте как отдельную игру, устанавливайте и заходите. И радуйтесь жизни. Особенно радуйтесь тому, что будет через 2 недельки примерно. Это будет круто. Все, все, спасибо и всем пока. Подкинуть? Нет, не надо. Нет, спасибо. Спасибо тебе, чувак. Спасибо, что предложил подкинуть Рей Мистерио. В общем, тебе привет тоже. И всем удачи. Пока.